Завтра в Махачкале будет перекрыта часть улиц. Делается это в целях обеспечения безопасности на время празднования Дня Победы. Так, с 6 утра до часу дня будет перекрыто движение автотранспорта по улицам от Акушинского до Гаджиева и по улице Гусаева. С 13 до 16 ограничат движение на проспекте Расула Гамзатова на участке от площади и до Яракского. Запрещена будет и парковка машин на определенных территориях. Оставленные автомобили заберет эвакуатор. И кроме того, будут временно изменены маршруты городского общественного транспорта.